Всех приветствую на моем канале. Сегодня я была в фикс-прайсе. Купила немножко мелочей для дома, которые мне нужны. Вот цены. Это город Ростов-на-Дону, улица Металлургическая, дом 113. Так. Купила такую вот полку двухъярусную, 19 на 5 сантиметров, 19 на 5 сантиметров и 17 на 5 сантиметров, стоила на 77 рублей. Вот она комплектация. Как соберу, потом вам покажу. Взяла зубную пасту вот такую вот. Сейчас посмотрим, раскроем, какая она, маленькая или большая. Она средняя. Она не маленькая, не большая, а средняя. Вот такая вот паста. Пакеты для мусора прочные. Взяла лимон. 50 на 60 сантиметров, 30 штук. 30 литров. Действительно пахнут лимоном. Пакеты хорошие, только не берите ванильные белые, они не очень прочные. Не советую брать. 10 пакетиков, 3 в одном кофе взяла. Не часто, но иногда беру. Кофейный растворимый напиток, 3 в одном. Дальше я взяла вот такой вот пергамент для выпечки, 29 сантиметров, 6 метров. Вот такая вот бумажка. Взяла любимая печенька, выпекайки по домашнему рецепту, 60 грамм. В прошлом видео я показывала. Печенье. Взяла вот такие вот фломастеры, 55 рублей, 15 штук. Фломастеров надолго хватает. Вот такое вот мыло детское фигурное. Это лев, а это медведь. Такие вот ручки, 55. Вот ребенок открыл, посмотрите, какой медведь. Вот такое вот мыло. Подсказывает, говорит, еще там стишки есть. Сейчас мы почитаем. Добрый львенок, чистый-чистый, в пене мягкой и пушистой. Открой нам льва еще посмотреть. Медвежонок чистый-чистый, в пене мягкой и пушистой. Тут только медвежонок добавили. Мыло хорошее. Мне нравится. Покупаю его для ребенка. Еще купила вот такие вот сквиши. Аромат этот клубники. Клубника, аромат клубники. И еще апельсинка. С ароматом апельсинки. Вот такая вот замечательная апельсинка, смешная. Плохо, что клубничку не расписали. У клубнички нету глазиков. Ну ладно. Пойдет и так.
Потом купила я, это специально для фиалки, я купила фитоспорин. Его сейчас в фикс-прайсе очень много. Убивает всякие болезнетворные микробы, мучнистую росу, черные ножки, гнили, парши. Профилактика болезней всяких. Фиалок. Взяла вот такую вот сидушку. Такую вот сидушку. 77 рублей. 34 на 34. Плюс 2 сантиметра минус. Но она мне немножечко не подошла по размеру. Ну ничего, на кухню пойдет пока это раз. Что-то я не подрасчитала размер на стульчик. Я взяла их две штучки. Такие вот расцветочки. Было 4, у меня как раз 4 стула. Но 2 у меня пока не задействованы, а 2 у меня один на кухне, а другой у меня в комнате. Ну, вот такие вот покупочки. Всем пока-пока. До скорой встречи.